родители и дорогие мои ученики! Сегодня будем проводить мастер-класс. Тема нашего мастер-класса «Здоровый завтрак. Готовим вместе» в рамках проекта «Нестле». Мы знаем, одним из основных факторов, негативно влияющих на организм ребенка в современных условиях, признано ухудшение питания детей. Поэтому вопрос здорового питания является в семье первостепенной задачей. Сегодняшний мастер-класс будет проводить Севда Гарягдиевна и Мерия Ихриевна. Я слово даю им. Здравствуйте! Вы меня все слышите? Да. Меня зовут Севда Гарягдиевна. Сегодня мы будем готовить полезный завтрак. Ингредиенты, которые нам нужны, это творог. Вот, я приготовила заранее творог. Это сметана. Сметана. Можно сахара чуть-чуть. Изюм черный. Я почистила, помыла изюм. И батоны. Вот. Мы будем готовить сегодня полезный завтрак. Но прежде чем приступить готовить полезный завтрак, давайте мы с вами поговорим чуть-чуть о наших продуктах. Вот давайте про творог поговорим. Творог. Сегодня у меня 9% творог. Президентский. Все знают, да, об этом твороге? Везде, во всех торговых супермаркетах, во магазинах продается этот творог. Творог, происхождение творога хочу вам рассказать, ребята. Вообще происхождение творога еще никто не знает, неизвестно. То есть нет особой истории, как произошло, вообще как появился творог. Творог, он появился так, я расскажу. Когда-то давным-давно наши бабушки, дедушки, тетушки, кто-то из них оставил молоко. И молоко, про молоко забыли, молоко скисло. Стекла сыворотка, и получился творог. Нежный, белый, вкусный. Люди попробовали, и им все это понравилось. Ну, в общем, долго не будем разговаривать. Теперь мы готовим, давайте все вместе. Приготовили чашечки. Добавляем туда творог. Можно добавить столько, сколько вы съедите. Или же угостите своих родных, которые сейчас с вами рядом. Добавили творог. Сметану. Столько, сколько съешь. Ну, может, 5 ложек, например, творога, столовой ложечки. И можно 3 ложечки сметаны. Добавим 2 чайные ложечки сахара и чуть-чуть, ну штук 20, наверное, изюма. Это на вкус. Кто любит изюм, а кто не любит, можно не добавлять. И все это перемешиваем. Ребята, все перемешивают. У всех получается? Да. Да? Сейчас вы все перемешали. Так. У меня творога больше, меньше получилось, поэтому я чуть-чуть творог добавлю. Так, перемешали все. Берем батон. И все это будем на батон мазать. Вот так красиво. Можно с чаем. Можно с какао. Кто с чем любит.
Мы чуть-чуть положим сверху изюм, чтобы это все красиво смотрелось. Сейчас я вам покажу, и вы мне покажете, у кого что получилось. Вместе все работаем. Вот для вас, ребята, вот как раз вы сейчас учитесь онлайн-уроки. Очень полезно кушать творог. Так. И еще сделаем один батончик. Угощайте своих мам, пап, бабушек, сестренок, братиков. Так, я думаю, 3 батончика достаточно. Вот у нас получился такой красивый, полезный, здоровый завтрак. Кушайте всегда творог, сметанку, изюм. Укрепляйте иммунитет, будьте красивыми, здоровыми, не болейте, учитесь только на 5.